Traffic jam. Смотри, как регулировщик все регулирует. Видишь, здесь на самом деле сейчас пробка. Очень сложное движение. С одной стороны стоят машины, с другой они пытаются ехать. Тут же велосипедисты едут в обратную сторону, еще машины пытаются тоже в обратную сторону ехать. Получается одностороннее движение, вернее, одна полоса для двухстороннего движения. И вот регулировщик сказал нам: стойте, ждите. Видимо, сейчас там пытаются разрулить. Полиси. Полиция. Ходит столпотворение, а он особо не волнуется, он здесь. Он нам только сказал: стойте, и все, чтобы еще хуже не было. А то, что там происходит, ну и ладно, разберутся. Вроде пошло движение, есть. Do you have many Australian people here? Yes, many. Because it's close, not far. Yeah, also they like surfing in Kutaya. Surfing on Kuta. Mm-hmm. Очень много здесь австралийцев, но в основном они в Куту едут на серфинг, они любят серфинг. Почему он их пропустил, а нас нет?